Здравствуйте, всем привет из Новосибирска. С вами Лариса. Я нахожусь на Богдана Хмельницкого, 100. Здесь торговый дом Колорлон. Хочу кое-что для дома посмотреть и сниму небольшой обзор. Все, пойдем смотреть. Здесь вот полностью отдел для школы. Вот на девочек. Кофточки здесь белые. Цены, конечно, 900. 600, вот это 800, это вообще 1000 с лишним. Тут 800, вот кофточка 900. В общем, надо смотреть. Здесь белое все. Внизу 1400 платьишки. Сарафанами. Сколько сарафана? 1135. Ну-ка. Это все на девочек. А здесь спортивные штанишки. Тоже сарафанчики. Ну, цены, конечно, здесь я не скажу, что дешевые, но, по крайней мере, можно купить в одном месте. Здесь на мальчиков все. Рубашки. Рубашки 700 рублей, смотрю. 700 с чем-то. Брюки 660 рублей. 1300, смотрю. 1400. 1600. Вот эти вот по 600 рублей. Вот напополам свернуты. Жилетки что-то по 1900 рублей. Джинсы детские, смотрю, 800-900 рублей. Размеры 26-28, размеры 30-900-980. Это 800. 32 размер, тут и черные, и синие, всякие разные. 36 есть и до 40-го. Ну, в общем-то, около 1000, 800-1000. На девочек джинсы до 40-го размера. Тут разные джинсики. Ну, на девочек подороже, чем на мальчик. Вот 1200 вот эти, например. Здесь 1080. 1100. Здесь вот чешки, смотрю. Ну, чешки что-то дорогие. 388 рублей. А, это балетки. Это не чешки. Это более профессиональное. Это балетки. Чешки. 299 рублей. Чешки. А дальше это у нас уже кеды. 600 рублей, 655. Носочки 33 рубля. Подростковые, детские, всякие разные. Колготки простые, 111 рублей разные. Здесь вот колготки белые, 88, 146, 152 рост. Маечки всякие разные, беленькие, разноцветные, 88 рублей. Написано, что у них акция. Не знаю. Ну, средняя цена. Вот такие маечки на мальчиков, 88 рублей. Вот 88. Это трусики детские, 107 рублей. А, нет, 107, и вот здесь внизу 101 рубль. И есть по 90 рублей. Вот они.
Часы 555 в ассортименте. Разные. Эти 499 машина. Квадратные 499 часики. Разные силиконовые формы всегда здесь есть. В общем-то, средняя цена такая вот 160, 155 вот форма, 199, 199, 155. Квадратная большая 222, 320, вот большая, круглая, высокая, 129. Двести семьдесят, вот 199 мишки, 199, ну вот такие вот суммы. Вот 210. Здесь вот такая коробка большая. Здесь кулинарный шприц. Написано профессиональный, 20 насадок, нержавеющая сталь. Дорогой, 1330 рублей. Такая вот коробка большая. Это универсальные ножницы, 166 рублей. Набор форм для выпечки, 277. Вот такой набор, 355. Эти наборы 99 рублей. Кулинарные формы. Цветок, ромбик есть 99. Сердце. Вот 105 рублей. Набор кулинарных мешков одноразовых. И насадки 4 штучки. 155 набор для выпечки, мешок и насадки, 129 вот декоратор для крема, силиконовый мешок с одной насадкой, по-моему, 112 рублей, 5 насадок, мешок, по-моему, тоже силиконовый он, 101 рубль, здесь много очень есть, шприцы. Сито ложка 230 рублей. Вот такие доски. А, это форма для печенья, ассорти. Это как доска сразу вырезать. Вот эта сторона такая острая. Надавить, пласт сделать и сразу надавить. И будут печенюшки. Они здесь разные. Декоратор для овощей, спираль. Пробка для бутылки 701 рубль, цветочек. Вот декоратор серпантин 99. Удалитель сердцевины из томатов клубники 52 рубля. Для кексов удалять сердцевину вот 77. Для овощей декоратор эконом 53 рубля. Набор форм для печенья 99, нержавейка. Вот конусы выпекать. Рожки. Вот такой наборчик 199. Вот. Терка 106 рублей, 7 предметов. Многофункциональные. Подставки для кружек 677 рублей. Вот такие кухонные наборчики 1220 вот с голубой. Это вот 1200, 7 предметов.
Везде 7 предметов, а этот 1700. Шапки 177 рублей. Всякие разные мужские можно здесь выбрать. Тут хлопковое детское постельное белье. Полутораспальное. 1400. Полторы, я смотрю. 1380. Вот Лео Тигр. Вот сказочный патруль 1380. Детская красивая. 1650. Вот два вида. Все написано 100% хлопок. Вот. Выше уже поплин идет. Тоже 1400. 1400. Такое белье сейчас красивое. Здесь вот шторки готовы, 2750 вот шторы, тоже 2750, сверху вот 300, 2750, 2450 вот такая. 2750, ну примерно одна цена. 2450, опять 2750. Вот розовая 350. Вон там красненькая. 2750, вот. Конвектор электрический. 1999 рублей. Регулируется термостат, мощность 1000 ватт. А вот он. На этом видео свое заканчиваю. Всем пока. До новых встреч.